Так, вот. 25-е я приехал рано утром. Опять вот разогнал. Вот они. И молодых, и каких можно. Вот. Мотаются. Богатятина вся внизу. Думал, что кто-то, может быть, прилетит. Но нет, пока никого нету. Время 6 утра. 6.12, точнее. Вот они. Дикарят. Дикарят. Молодежь, вот они. Ну, вчера стресс получили. Сегодня вот так вот летает. Вот там черный завис. Не хочет летать. Опять этого я. Вон он где играет. Согнал. Ему не надо. Вон она. Стая пошла. Наверх. Одна и вторая. Там еще троечка наверх пошли. Вот так буду удалять. Вон они. Мотаются там. И в разброс. Что-то много голубей. Носится. Сейчас прохладно. Вот черный завис, на какой высоте, гад. Вот так покажу. Вот он прям над антенной стоит и бьет, и никуда не идет. Лентяй, никто его не подхватывает. Вот. Какие-то дровоханы, все остальное. Еще здесь и летают. Сегодня не буду их особо теребить. Вчера им хватило. Не все, конечно. Ну, как и написал, процентов 75-80 голубятни я увез. Не знаю, может быть, кто-то сегодня еще и прилетит. Красный негодяй не прилетел. Вот это... Я думал, он прилетит. Есть ролик, где его капец сапсан гнал до самой крыши, вон туда он. Потом вечером прилетел. Он один из космонавтов. Вот так вот он зажирел. Я не знаю, что с ним случилось, с этим голубем. Вот она, вольерная. Вот, может быть, так в лед и пойдет. Никогда не летала. Молодая. Голубка должна быть. Вот. Пытается на хвост. Это уже хорошо. Пусть сегодня 5 кругов, завтра 7 кругов. И так и наберет потихонечку лед. Вот они. Молодятина здесь, молодцы. Там вон троечка пошли. Космос каких-то, 3 темных, вот они, 3 и 2 белых, 5 штук туда, 5 штук улетели наверх, на среднюю, там вот еще четверо отдельно идут, даже пятеро, что-то они там бздюхают, как бы рано утром. Сапсанчик не прилетел. Как и говорил, вот туда в поле, там вот они и живут. Эти теревятники туда улетают. Очень большое поле. У нас оно граничит с другой вообще республикой, с Ингушетией. Поля и поля. Их никто не трогает. Они, в принципе, там не... Может, куски обрабатываются. Лесополосы, поля. Там они и живут. Вот эта стая. Опускается вниз. Вот большая куча, они и опускаются. А вот те молодцы. Поднялись. Здесь так, 3, 6 штук. И там 5, 11, 11 штук. Остались наверху. Правда, они в две кучи. Здесь вот 5 штук. Нет, 6.
и там 5, 11 штук. Белый еще один наверху. Рука. Стая здесь опускается. Вон те молодцы. Они там потихонечку летают. О, на какой высоте они там играют. Кто-то играет, кто-то, конечно, кувыркается, все остальное, но на среднюю высоту ушли. Вот сейчас я их поймаю, как бы они в разброс носятся. Вот так вот я, да, ну, не могу поймать их. Они разлетелись, ну их. Ну, черная что-то устала. Бьет, а смотри, вон рот раскрытый. Эти уже заруливают. Ну, я на паузу, конечно, поставлю и не дам им сесть. А вон они, голуби. Вот они, сейчас покажу. Вот они собрались, а как бы. Вот. Так, буду удалять. Вон. Те молодцы все. Все до одного. А эти нет. Вон они как начинают закручивать. Черный что-то... Перьев не хватает в крыльях. Чапо там отдельно мотается. Быстро вчера прилетел. Это голубка. Так, ладно, пока на паузу поставлю. Те высоко, те вон в сторону полетели крутиться. Остальные вот они сидят. Вот эти уже здесь разбредаются. Вот они то крутились, а то опять чуть-чуть начали подниматься. Несколько штук отсоединились, а вот троечка отошли от этой кучи. Пошли наверх. 4 штуки даже. Один отдельно летает. Вот какой-то. Вот летит. Так, если он сейчас быстро сядет, значит, это вот вчерашний пискуненок. Вчера уже был 8 час, да. Вот еще один пролетел. Я его вчера видел. Вот этот дом. И вон там он, столб. Он там сидел. Начал свистеть, он сразу же сорвался. Но потом... Куда-то вот в ту сторону пошел. Потом там еще был чужой голубь, по-моему, аслановский. Он вместе с ним летал и пропал. Куда-то туда завалились. Так, сейчас я на паузу. Эти хотят сесть. Вот так, не дал им садиться. Вот они. Так, а те... Сейчас покажу. Вон они стоят как... На одном месте. Вот она. Где? Не могу поймать. Вот она, стайка там. Как николаевские там летают. Еле двигаются. Высоковато. И вот здесь еще вот. Вот они тут летают. Вот этот мраморный рыжий. Кто-то это шейка идет на посадку, наигрался уже. Вот они здесь поодиночке, голуби начинают играть. Вон какой-то белый стоит на высоте, на какой бьет. Вот этот вот перка молодой, вот он. Вчера в 7:00 вечера он прилетел, и носочубая молодая голубка черная прилетела. Они вдвоем прилетели. Вот с той стороны, правда, прилетели. Вот там, где аслан. Вот с той стороны прилетели. Это ржавый молодой садится.
Чап уже начинает что-то там показывать. Так, эти-то здесь летают, а тех уже потерял, космонавтов. А нет, вот они. Вот они сбились, как бы в одной куче стоят. Вот они. Не могу поймать белого. Фокусирует, а остальных нет. Высоко они поднялись. Сейчас я попробую. Он на первый объект камера фокусирует. Белый сбивает. Вот они. Вот вроде бы поймал. Вон они. Вот так летают. Вот так я буду удалять. Покажу, на какой они высоте. Они выше средней уже ушли. Как мухи летают. Еще не точка, но довольно-таки неплохо. Сейчас приближу. Вон они. Мотаются. И здесь вот 5 штук белых. 5 штук белых мотаются. Вот они. Эти чуть-чуть ниже среднего. Вот чап налетался, пусть садится. А то опять сейчас на большой круг и куда-нибудь пойдет гулеванить. И вот тот голубь. Что-то мне не нравится, что он так стал подниматься. Второй раз я его так вот погнал, первые разы он не шел, а это что-то у него с головой. Этой крови больше нету. Так, ладно, я на паузу пока поставлю. Так, ну вот эта четверочка здесь летает, чуть-чуть ниже средней. Стая вот она, крутится здесь. Вот она, одиночка, несется. Ему бы быстрее бы сесть, но его. И там 10 штук. Там 5 светлых и 5 черных. Вот сейчас буду приближать. Вон они. Я не знаю, камера берет. Должна еще, по идее. Что-то они, по-моему, мне кажется, еще начинают чуть-чуть задираться. Как бы не исчезли они. Я их не вижу в камеру, если честно. На них направляю. Так, ладно, сейчас посмотрю еще, сейчас на паузу. Боюсь, что Сапсан придет и без меня кого-нибудь откушает. Так, эти вот уже чуть-чуть приопустились. Вот они идут. Вон они, голуби, где мотаются. Чуть-чуть пониже, но что-то они все разбрелись, они его начали, видимо, там кувыркаются, играют, и по всему небу стаи больше нету. Вот они, четверо сзади идут. Эти вот троечка, здесь был четвертый, а он четвертый тоже здесь. Вот они, эти пониже оторвались от этой общей кучи и летают. Повыше. Ну, толку их нету показывать. Те молодцы. Вон они. Разбрелись по всему небу. Вот уже потихонечку там собираются. Так, а это что? Сейчас на паузу. Так, ну вот эти уже приопускаются. Это вот от кучи отвалились. Вот эти здесь мотаются. От основной кучи. Вот только черные и белые. 2 штуки из кучи что-то выпрыгивают. Остальные ни хрена ничего. Вон белый. Вдвоем.
Так, и вроде бы космонавты тоже опустились. Вот они уже ниже средней. Вот летают, не знаю, сколько их там штук. Вот они летают. Там по отдельности черный и белый летают. Так, какой-то красный появился. Не знаю. Это чиль. Чиль, наверное, да. Пошел. Вон дикарь еще в стаю залетел. Вот они куда-то на сторону ушли. Ладно, я посмотрю, подожду. Так, видите, вот они потихоньку здесь летают. Но сейчас увидел 5 штук у меня. Но туда камера не возьмет. Они практически ушли. Вот эти вот, как вот они летают, вот на какой высоте. Ну, ниже средней. И вот они над ними. Сейчас я буду приближать. 3 белых, черные, еще там кто-то наверху. Не знаю, берет туда. Я их только по солнцу вижу, что блеск. Белые и темных. Вон они. Вон там. 5 штук там должно быть. Это вот опять же мои эти. Белые полетели. Думаю, эти на посадку, потому что дикарь прилип к ним, к стае. Так, ладно. Подожду их пока. Вот он мой чап. Я думаю, где чап? Вот он. Вчерашняя командировка на него подействовала. Вот он со всеми отлетал там. Ну вот один из первых на посадку идет. Вот он стоит. Бьет. Вот он завис как бабочка. И ни разу не сыграл. Вот. Прямо надо мной. Я вот под антенной стою. Надо отходить, пусть он уже садится, чтобы никуда не зацепился. Вот они потихоньку. Сейчас. На паузу. Вот он, негодяй. Вот резко скинула. Вот так и на крышу. И на крышу. Так, это другой, это чиль красный. Что-то они испугались. Вот стрижи опять появились. Ну, эти сейчас будут садиться. Подожду, надо поискать тех космонавтов. Что-то они опять высоту начали набирать. Там вот один беленький, который вчера прилетел с черным хвостом помазанным. И 2 черных. Тоже один чиль будет. И другой вот битый. 3 молодых здесь точно есть. Летают в этой куче. А вот тех 5 штук вообще нету. Вот я, конечно, извиняюсь, но, наверное, так они и должны летать. Бакинцы там высоколетные. Мне не очень это нравится. Вот. Их вообще нету. В голубом небе все. Они уже куда-то улетели туда, в космос.
Что они там забыли, я не знаю, но я когда вижу голубей, мне так спокойно. А вот когда они исчезают просто в голубом небе на час и более, я уже начинаю психовать. Это, наверное, один из результатов, ну, как и сказал, мне не по душе такие вот. Я вот вижу, вот они здесь крутятся. Они поднялись, были на средней, выше средней, вот опустились. Я как-то глазом видел. Где те 5 штук? Вот кто его знает теперь, когда они прилетят. Они будут летать минимум 2 часа, если не больше. Иной раз очень долго я уже и прощаюсь с голубями. Нету и нету. Тем более, когда тучи уходят, покрываются. Вот сейчас чистое небо. Я думаю, мозгов-то хватит опуститься. Вот они начинают здесь поодиночке кто-то выскакивать, играть. Вот как-то вот так вот. Это, конечно, очень хорошо. Но вот такие вот иной раз не пропадают. Вот 5 штук. Это надо сидеть и ждать теперь, смотреть до самого упора. 5 штук прилетит или 4 прилетит. Ладно, я на паузу. А там сапсан их отработает на 1, 2, 3. Поэтому и получается, что вот дрова сидят, а хорошие пропадают. Мучаешься с ними год там, гоняешь, а забирает хорошего. Я не знаю, там у кого-то может быть и уходят. Сапсан это и считается самая быстрая птица в мире, поэтому самый лучший охотник это он. И я думаю, нет такого голубя, который может просто-напросто уйти. Это просто сказки. Он почтовых берет, хороших почтовых, я имею в виду, не тех, которые там просто так вот в клетке принесли люди на базар и опять же в клетке унесли. Те люди, которые занимаются ими, и сотни километров почтовые летят домой, и те не долетают. Берет сапсан. А это он простой голубь. Бакинец он, не бакинец. Это раз повезло, два повезло, а на третий раз не повезет. Просто все зависит от региона. Где-то их больше, где-то их меньше, где-то он, если кормовая база позволяет, он, конечно, по случаю поохотился на ваших голубей. Если кормовой базы нету у него, он будет здесь и кормиться. Он в Майкопе, что он творит. Он привык уже там. Привык, он прикормился там. Что ему напрягаться? Там голуби сорвались, он пошел и начал их кромсать там. Конечно, он там и дикарей берет, и все остальное. Но тут он взлетели голуби. Ухоженные. И ему проще. Тем более голуби поднимаются. А сапсан такая птица, которая бьет наверху. Сапсан боится бить внизу, потому что он боится разбиться об крышу. Вы почитайте про эту птицу. Это тетеревятник курва. Он, да, ему лишь бы прижать, он у вертки, у него и перо больше, оперение само больше. Скорость не та. Он не боится, что он ударится об крышу. Он промазал, ушел повторно. Как только голубь отклинился от стаи, он его тут как тут, он вычисляет очень быстро. Это тоже птица не глупая. Она сразу же вычисляет более послабее или тот, который совершил ошибку, все, ему хана. Я вам сколько показывал, он туда и на сортир к соседу падали, куда только голуби не падали. И
Еще раз повторюсь, это все зависит от региона. Я больше чем уверен, вот вчера вот сапсан прилетел, сожрал одного моего в поле. Там еще кто-то где-то переночевал, если остался, заблудился. Там или тетеревятник, или сапсан заберет. Не то, что там голуби потеряются. Некоторые и потеряются, забивные. Забивных сожрет. Сожрет тетеревятник. Ладно, я на паузу. Вон ворон. Ой, вороны, говорю, стрижи их, как долбят стаю. Вот они что творят. Вот шейка. Охота и показать, кто как вот. Может, они вон гоняют их. Вот. Не вижу на солнце, что снимаю. Вот шейка. Ну, он внизу не очень так вот. Иной раз, когда ему приспичит, тогда на паузу. Вот он шейка. Гад где стоит. Вот. Хрен поймаешь, а вот сейчас отыграл и складывается и падает. Все. Стрижей боятся тоже, вон уже сколько они тут по низам крутятся, хотят сесть и никак. Ну, тут 4 молодых стаи. Было 2 белых, я вот заметил, вот с красным хвостом тоже молодой. Это пескун из-под желтых колец. Ладно, я сейчас на паузу чуть-чуть подожду еще. Так, вот этих разогнали стрижи, эти никак не сядут. Вот четверка осталась, а вот они. 2 молодых и 2 старых голуба. Так и мотаются. И вот где-то я заметил, вон там тучка, и вот там мелькали 3 штуки белых. Где-то мелькали там. Я даже не знаю. Вот так буду приближать. Вот где-то на этой туче были голуби. Ничего теперь уже не вижу. Вот от солнца отблеск был. В общем, где-то они там и летают. Вот так вот. Теперь вот сиди и жди. Вот, молодой пескуненок. Так, ладно, подожду еще чуть-чуть. Так, один белый уже сел. Вот смотрю я на этих вот. Уже вот минут 10 сижу, смотрю. Вот. Что красные, что вот эти вот белые, они летят вот только-только вот вроде бы скинут скорость, потом летят на максимальной скорости. Эти стрижи их, они уже их съели. Голуби боятся, с такой скоростью летают, просто-напросто как дикари. Вот он опять сейчас стриж этот пикирует на него. Вот он, гоняют голубей. Так, фу, я-то все. Так, ну вот эти вот они, трое так и носятся здесь. И еще вижу одного голуба. Это вот он такой большой. Он туда пошел сейчас на солнце. Он сюда будет заходить. Я покажу, это голуб с вырезанной. Это носочубы голуб с вилкой. Вот он себя скинул сверху. Вот он идет. Не знаю почему. Вот он уже как бы на средней высоте. Так, а остальных никого нету. Не знаю, я показал его, не показал. Тут спрятаться некуда. Вон он. Вот он. Летает один. Солнце просто светит, я не могу показать. Он по большому кругу ходит.
Он там был. Ну, если этот опустится. А вот другие еще четверо оставались, а где-то там. Эти тоже никак километраж наматывают и не хотят опускаться. Вот он, этот голубь. Вот сейчас я отвернулся от солнца. Где он? Вот он. Вот он. Летает один. Это вот носочубы голубь мой. Вот его очень редко поднимаю, но он, если он оторвался, то это все. Вот голубь, он тоже просидел год на резках. Так, ладно, подожду еще. Вот он. Мой голубь с вилкой этой опускается уже. Вот будет моточасы свои накручивать. Вот я уже к дереву подошел. Сейчас, если получится, на посадке его показать. Давай уже заходи. Вот негодяя, что делает. Не знает, с какой стороны ему. Может, гад и на чужую крышу сесть, или на старую, на свою полететь. У него бывают такие заходы. Не всегда на антенну садится. Вот урод, а. Ага, сложился, курва. Вот два, три, четыре. Что-то он слабовато. Ну, наверху хорошо, на посадке. Я думал, что он все-таки на старую крышу будет. Я уже здесь и стою, думаю, покажу, что он может. Так, ну, остальных пока и не видать. Я даже сейчас вам время. Вот я погнал 6:12. Сейчас, наверное, уже 8 час. Вот час с лишним, наверное, они летают. Сейчас я пойду на кухню, потому что я второго телефона нету. Около 1,5 часов они уже у меня летают. И неизвестно, когда прилетят. О, уже даже больше. Уже время 8:25. Фу, куда я показываю? 6:12. 7:12. Вот уже 1,5 часа где-то они носятся. На паузу. Так, ну, в принципе, все. На этом я уже буду заканчивать этот ролик. Не знаю. Сегодня даже вот чиль вон тот, вон он. Не пошел в лед космонавт. Вон он. Красный белокрылый. Вчера, видимо, намотался. Но я и не старался его согнать. Вчера им хватило стресса и всего остального. Они отдыхают, загорают. Не буду я их тормошить. Все. Ну и тех теперь просто остается ждать. 4 штуки нету. Опустятся все. Никто не знает. Вот этот черный не зря вот так вот оборвался. Кто его знает? Может быть, и зря. Резко он спустился откуда-то. А четверо остались там. Или их там мог Сапсан разогнать. Теперь сиди и жди до последнего, когда они прилетят. И прилетят ли вообще все. Вот и все. Ладно, всем удачи. Ну и гоняйте по возможности голубей. Вот такие вот дела. Всем пока.